Новая коробка из Аоса, посвященная выходу рабов тьмы. Наконец-то у них есть свои бесконечные заклинания. Правда, меня эта коробка привлекла прежде всего символикой хаоса, которую можно пустить на конверсии, на террейн, ну и еще на какие-нибудь идеи. Того же хаотичного титана, например, оформить. При этом обратите внимание, реальный размер всех заклинаний всего 90% от того, что есть в реальности. Как они изображены на коробке, значит, они еще немного больше. Откроем, посмотрим. У меня раньше не было таких бесконечных заклинаний. В принципе, вообще никаких. Можно сказать, что с этого начинается моя дорога к Архаону. Когда-нибудь и он в моей коллекции появится. Ну что, огромная база, еще база, пламя, звезда хаоса с мордой. Они реально огромные. Ругали их, конечно, за то, что они прям вот такие обычные, в них ничего такого нет. Но мне нравится. Детализация хорошая, исполнение. Ну и если хорошо покрасить, будет совсем отлично. И в принципе, как еще можно необычно сделать звезду хаоса? Она такая, какая она есть. И все. Прикольное основание. Сюда, видимо, крепится пламя. Ну и сами по себе эти зубцы и колья очень классно выглядят. Отдельно база. Хотя, тут, конечно, не для всего нужна. И брошюрка, как собрать. Думаю, тут можно было бы даже без нее обойтись. Все очевидно и понятно. Правила. Ну, как обычно, русского нам не дали. Это и не важно. В общем, как-нибудь прикуплю себе еще один или два набора, чтобы были и сами заклинания, и материалы для конверсии. Всем хаоситам, я считаю, брать не задумываясь. Неважно, в Аосу вы играете или в 40К.